Руководители «Газпром» добычи на дым обсудили итоги работы за апрель и текущие планы. Добыча газа – главная задача. Генеральный директор Игорь Мельников обратил внимание руководителей филиалов на организацию работы на опасных производственных объектах «Газпром» добычи на дым в праздничные дни. Глава компании отметил важность соблюдения графиков планово-предупредительных работ на Ямале и реконструкции в Надым-Пуртазе. Особое внимание – главной инвестиционной стройке – Харасавейскому месторождению. Туда необходимо завести технику для намыва песка. Уже летом начнется отсыпка дороги геологоразведочным скважинам месторождения. Основные объекты в этом году у нас с вами – это полигон для утилизации бурового раствора, ну и подъездных дорог. Еще одна тема – грядущий паводок. Месторождения компании должны быть полностью готовы к подъему уровня воды и его последствиям. О промежуточных итогах подготовки к весеннему паводку и распутице доложил специалист профильного отдела. На сегодняшний день срывов по организации данных работ у нас с вами быть не должно. На совещании также рассмотрели новые подходы «Газпрома» в банковском сопровождении контрактов, обсудили подготовку к научно-практической конференции молодых специалистов компании, наметили планы работы на текущий месяц.